Всем привет, это канал Security, и сегодня мы с вами сыграем в игрушку под названием... Как она называется? Блин, все время забываю игры. Короче, это Battlefield 1942, и это глобальный мод на него, ну, один из глобальных модов, который переносит нас в вселенную Star Wars. Ну так что, друзья мои, поехали! Так, я выберу трупера солдафона. Вон, появимся на базе, что-то слишком много базы всяких солдафонов. Так, боты, походу, у нас тупые. Стоят, что-то не шевелятся, они шевелятся некоторые. Ну, давайте для начала возьмем, не помню, как это называется, но ТЕ-перехватчик, по-моему, называется. Что-то он вообще гигантский прям. Как взлететь? Ой-ой! Ай, как я взлетать? Ой, тыщ-тыщ! Блин, вау, стреляет прикольно. Как взлететь? А, блин! Нет. Ну, я немного допустил ошибку. С кем не было? В общем, я скачал небольшую сборку. У меня должно было бот стоять около... Ну, короче, по 200 человек с каждой команды. Но почему-то... Почему-то... Подождите. Короче, почему-то я не знаю, но они больше не ставятся. Почему-то вот только максимум по 28 и вон 36, и все, максимум нельзя поставить. То есть 64 на 64 максимум. Тут можно как-то поставить. Как-то. И то у нас тут дисбаланс с моей стороны. Намного меньше солдафонов, чем с вражеских. Теперь Сталинград. Трупер, 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 трупер. Let's go, soldiers of the Emperor. Destroy the rebels. Rebels come. Ух ты, машинка. Нет, это пулемет. Как на него сесть? Почему он в воздухе? А здесь нет. Вау! Фига я, мэн! Пиу-пиу-пиу! Чё написано? German City Cute. Мы, короче, точку захватили. Где-то танк должен быть, в самом начале должен был танк быть. Но, видимо, его не будет. Тут только пулеметные точки. О-о-о-о! Вот это да. Дай! 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 Умрите! Это граната. Кидаем. Сейчас смотрите, они помрут. Должны умереть. Нет. Почему я умер? Они должны были умереть, а не я. Давайте возьмем медика, я еще медика не брал, посмотрим, что да как. Так, чем он стреляет? Что это такое? Это типа снайперка или что? На ставку не очень похоже. Это что? Взрывается? Это медик. Ну нафиг. Вау. Это я сделал? Не знаю, я лично ничего не понимаю. Что происходит? Блин, быстрее за пулемет! За пулемет! Твою же мяу! Где твою душу мяу? Твою же мяу! Победили нас? По ходу дела. Либо нет, сейчас я еще появлюсь и посмотрим, кто кого. Ну пока наши вроде как одерживают вверх. Наших ведь больше. На-на-на-на. Сейчас я за пулемет сяду. На-а-а-а-а. Ладно, давай вот так. Ух ты. Он бессмертный. Этот пулемет просто бесполезен, походу, делал. Тут только их настоящее оружие возьмет. Бластер. Бластерс. Бластерс. Щук. Умрите, подонки. Умри, подонок. Умри. Куда прыгнул? Куда? Ну-ка вернулся быстро, малыш. Эй, хоу, оу, оу, вот это... Тут пальба. А, нет. Почему я улетел? Я умер. За что мне так? Я ведь не сделал ничего плохого. Ну вы чё, ребята? Ребята, давайте жить дружно. Кто взрывает? Где взрывается? Зачем взрывается? Ничего не понятно. Блин, стреляй. Умрите, сволочь. За Сталинград. Это же Сталинград. Империя защищает Сталинград. Или атакует наоборот. По сути, здесь должны были русские нападать. Значит, имперцы напали, но... Блин, повстанцы нападают теперь. Лови! Твою ж мяу. Опять меня убили. Как они убивают? А, ну да, я же среднюю сложность поставил, вроде как. Но в любом случае, я побеждаю по очкам. Вау, вау, только появился, уже умер, нафиг. Вот сюда их. О, прикольная штука. Это что такое? Что это? Ой! Что это такое я тут поставил?
Подождите, я за кого играю? Я за снайпера. Это типа камуфляж? Так, это прикольно. Спрятался реально. Так, я убил его? Да, убил. Прощай. Про... мимо. Так, 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 вижу кого-то. Нет, нет, стой. Твою мать, как он меня видел? Я же под камуфляжем был, а. Как неправдоподобно. Как неправдоподобно, люди. Пиу. Воу, я его выстрелил. Чисто навскидку стрелял и тут же убил его. Это было прикольно. Это было действительно стоящее мероприятие. И жили они долго и счастливо. Тем и закончился Star Wars тем, что всех убили, но жили они долго и счастливо.